Ну а прямо сейчас в прямом эфире вы можете увидеть, как президент России Владимир Путин приехал на «Формулу-1». Он в эти минуты как раз посещает Гран-при. В Сочи все проходит. Приезд российского лидера был под вопросом. Зарубежные СМИ почему-то связывали этот вопрос с антироссийскими санкциями. Однако Чейз Керри, директор корпорации Liberty Media, который является владельцем гонок, решил не смешивать спорт и политику. Вот президент России зашел уже в здание стадиона. Сейчас он поднимется на трибуны. Накануне гонок заявляли организаторы, что будут счастливы увидеть российского президента на заездах. И дождались.